Итак, мы заканчиваем наш объект. У нас последние несколько часов здесь осталось. Мои беспонтовщики докручивают последний лист. А мы ответим на вопросики. Последний раз на этом объекте. Эльмурат Таджибаев спрашивает. Говорят, в Москве расценки крутые. Почему не стремитесь покорять столицу? Пойми. Спрашивает. Говорят, девочки самые красивые. Да, да. Точно. Ну, почему мы в Москву не стремимся? Потому что, во-первых, мы периодически почему-то туда ездим все равно, вот. Но у нас здесь неплохо кормят. А по сути, есть такое хорошее правило, хорошо там, где нас нету. И если, скажем так, вам плохо там, где вы находитесь, 90% случаев точно так же будет на новом месте, неважно где это будет, хоть в Париже, хоть в Москве. То есть, если в голове есть порядок, все будет нормально. Если нету, не суть важно. Я, конечно, понимаю, сейчас многие люди там затроллят, не затроллят, а как это называется, ну, кто в жесткой периферии работает, там, наверное, да, действительно тяжело, как бы, в Москву, но не факт, что вы сможете там что-то, чего-то добиться, так как в Москве очень жесткая конкуренция, в Москве все едут туда, то есть, как бы, я ездил, ну, я не скажу, что мне там было прям намного слаще, чем в Ростове, скажем так. Ну, примерно так же, плюс-минус, скажем так. Немножко больше не зарабатываешь, но ты больше тратишь. То есть, вот такая тема. Баланс он есть в любом случае. То есть, я считаю, что доход зависит напрямую не от того, где ты работаешь, а от того, как ты работаешь. От того, на каком уровне сознания, денег, вообще. Так. С вопросами привет, Рувим. Попасть тебе на, как это сказать, реально ли попасть к тебе в бригаду, это тяжелый вопрос, отвечать на него не буду. Нереально попасть в бригаду. Короче, в общем, да. Листов нет. Мы пока не будем это обсуждать, вполне возможно, мы скоро будем расти, тогда можно будет. В данный момент у нас набора нет. Короче, у меня закончился интернет. Еще немного написало людей, которые, хочу сказать спасибо тем, кто... Вот это мое видео, которое на основном канале вышло про стыки. Я не ожидал, что будет такой резонанс. То есть, ну, это довольно-таки такой классический стандартный способ, который мы все время используем. Видимо, подобные видео буду пилить, потому что они действительно на самом деле популярны. То, что для кого-то очень просто, кто-то к этому всю жизнь идет. То есть, поэтому такие видео, видимо, будут выходить у меня на канале. Простые, без монтажа, просто вот здесь, раз там, что-то интересное в видео рассказал. Вот, что еще хотел рассказать. На сегодня, наверное, мы больше отвечать на вопросы не будем. В общем, это был последний выпуск с этого, крайний выпуск с этого объекта. Всем пока, задавайте вопросы в комментариях.